Большой информационный час. Наше все. Вы слушаете радио FM на Дону, у микрофона Марина Орлова. Здравствуйте. За звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова. Тема нашей сегодняшней программы – непослушные звуки, дефекты речи или индивидуальность. Сегодня мы обсудим, почему в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению дефектов речи у детей, какими они бывают, почему возникают и когда нужно идти к логопеду. Также обсудим, можно ли исправить дефекты речи взрослым и стоит ли их исправлять или нужно воспринимать их как индивидуальность и не мешает ли такая индивидуальность в продвижении по карьерной лестнице. Разбираться в нашей теме нам помогут наши гости. Заведующая неврологическим отделением детской городской больницы номер 2, кандидат медицинских наук Алевтина Геннадьевна Черных. Здравствуйте, Алевтина Геннадьевна. Добрый день. Логопед Центра психологии и развития Подсолнух, врач детской поликлиники номер 17, Татьяна Васильевна Будённая. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Добрый день. HR-эксперт, независимый консультант по вопросам управления персоналом, бизнес-тренер Екатерина Соловян. Здравствуйте, Екатерина. Театральный педагог, автор проекта «Детская деревня» Юрий Марахонько. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. И актер молодежного театра и театра 18+, Владимир Ануфриев. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Хочу отметить, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нашим специалистам, есть проблема с речью у ребенка, а может быть и у вас, и вы не знаете, как ее решить, кому обратиться, звоните. Мы ответим на ваши вопросы по телефону 200-25-19. Нас можно не только слышать, но и видеть. Для этого находите ВКонтакте группу «Большой информационный час». Во многих источниках пишут, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению дефектов речи у детей. Алевтина Геннадьевна, вы опытный детский невролог. Скажите, пожалуйста, действительно ли увеличивается количество детей с дефектами речи? Да, безусловно, Марина, вы правы. За последние годы мы четко видим такую тенденцию, к сожалению, и, на мой взгляд, это обусловлено множеством факторов. Это и социальные факторы, и экологические факторы. Это факторы агрессивного воздействия на женщину во время беременности, та же самая пресловутая внутриутробная гипоксия, которую мы привыкли слышать. Это, безусловно, различные осложнения в родовом периоде, с одной стороны. С другой стороны, это все перинатальные факторы. С другой стороны, это множество факторов, которые связаны с общей задержкой физического развития детей. Это различные тяжелые соматические заболевания. В том числе это и недостаток нутриентов в питании. Ну, так можно перечислять бесконечно. Очень, очень много факторов, да? Скажите, я в свое время беседовала с педиатрами, и, наверное, три раза я слышала такую фразу, что дети, рожденные после 2011 года, намного хуже говорят, чем дети, рожденные до этого времени. Вы можете как-то это прокомментировать? Вы знаете, вот таких конкретных статистических данных я не нашла в литературе на этот вопрос, чтобы ответить. Но, тем не менее, вот из своего личного опыта могу сказать, что, наверное, мы просто стали обращать внимание лучше на этот момент, да, и мы стали уметь диагностировать эти вещи. Логопедическая служба у нас в городе стала работать более качественно и с раннего возраста. То есть, если раньше мы говорили, был такой миф, да, что к логопеду нужно идти, когда ребенку уже исполнилось 3,5-4 года, а сейчас мы к логопеду отправляем чуть ли не на первом году жизни, если мы видим различные там дефекты речевого аппарата, либо органическое поражение центральной нервной системы. Вот это, с одной стороны, да, а с другой стороны, у нас изменились условия жизни, и та же самая программа, которая принята Министерством здравоохранения по выхаживанию маловесных детей, она подразумевает то, что мы в дальнейшем, сталкиваясь с этим ребенком, имеем определенную морфофункциональную незрелость у этого малыша. И, конечно, в первую очередь будет страдать именно речевое звено. Спасибо большое, Алевтина Геннадьевна. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200-25-19. Вы можете звонить в нашу студию. Татьяна Васильевна, вы как опытный детский логопед с большим стажем работы, что можете сказать? Есть такая тенденция увеличения детей с дефектами речи? Действительно, эта тенденция есть, и я бы сказала, что не только тенденция увеличения детей с дефектами речи, с нарушением речи, я бы сказала о том, что на сегодняшний день сама структура нарушений речи по тяжести, она стала более выражена. Детей с
серьезными, да, тяжелыми речевыми патологиями в практике встречаться стало гораздо легче, гораздо больше, и патология приобретает такой полиморфный характер, да, когда сочетаются сразу несколько речевых отклонений, несколько речевых патологий. Вот на сегодняшний день не только количество детей увеличивается, но и сама речевая патология, она гораздо сложнее проявляется в более тяжелых вариантах. А как вы думаете, с чем это связано? Ну вот факторы мы уже рассмотрели, это и внутриутробное развитие, многие говорят, что это экология и так далее. Ну вот ваше мнение. Здесь как бы все это имеет место быть, но нужно учитывать то, что речь не является врожденной функцией. Человек рождается с предпосылками для развития речи, но развивается речь при определенных условиях. На сегодняшний день насчитывается как минимум 13 условий. Познакомиться с этими условиями можно на сайте либо детской поликлиники городской, у нас есть, либо на сайте Центра развития психологии Подсолнух. Все условия развития речи есть. Потому что об этом можно говорить бесконечно, и я думаю, что нам не хватит эфира для того, чтобы поговорить о всех условиях. Вот. И если хоть одно из этих условий уже нарушается, да, то и в речевом развитии возникают какие-то проблемы. Они могут быть небольшими, незначительными, да, до самых серьезных, до полного безречия у ребенка. Спасибо большое. Екатерина, я хочу у вас спросить, вот есть у вас мнение на эту тему? По поводу того, вот, что чем может больше, быть, да. Или с чем может быть связано? Да. Безусловно, связано с теми факторами, которые уже перечислили коллеги. Вопрос в большей степени в том, как справляется с этим ребенок или уже взрослый человек. Дефекты речи, безусловно, сказываются на самооценке. И когда вовремя принимаются меры для того, чтобы исправить возможные дефекты, родители таким образом дают возможности детям получить больше в жизни, чем тот ребенок, которого эти дефекты не были вовремя нивелированы, исправлены. Вот говорят, что с детьми нельзя сюсюкать, ну вот как в народе говорят, да? А действительно ли это так? Ребенок как-то по-своему воспринимает, да, речь? Да, Марина, вот хотела еще вернуться к вашему предыдущему вопросу. Дело все в том, что очень важное значение в закладке, да, речевой функции имеет взаимоотношение между матерью и ребенком. И это видно уже вот, ну, буквально с первых дней жизни ребенка. В первую очередь это грудное вскармливание, как это не банально звучит. То есть прикладывая ребенка к груди, мама таким образом создает именно тесный контакт телесно. Ребенок смотрит в глаза матери. Более того, по сосательному рефлексу можно определить, как бы, есть ли патология именно челюстно-лицевого аппарата и определенных там черепно-мозговых нервов, которые участвуют в этом акте. И в дальнейшем в развитии ребенка, ну, то есть есть определенный календарь, да, речевого развития, и вот этот календарь, он достаточно широко развивается именно на первом году жизни, благодаря маме, благодаря именно общению с матерью, ну и, конечно, и с папой тоже. И, к сожалению, мы живем в такой вот активный информационный, наверное, век, когда мы загружены очень всесильно работой, какими-то своими делами, и иногда ребенку проще дать там какую-то игрушку, да, там показать мультик, и я с ужасом вот иногда на приеме вижу, когда, чтобы успокоить ребенка, ему включают телефон 4-месячного, 5-месячного ребенка, ему включают телефон для просмотра, ну, каких-то мультипликационных сюжетов. То есть это, ну, на мой взгляд, недопустимо, потому что теряется вот эта взаимосвязь, общение. А как успокоить ребенка, вот как вы рекомендуете? Его прижать, обнять, понять, почему он плачет, то есть, может быть, предложить ему там попить, посмотреть, иногда он, может, просто требует там перепеленания элементарного. Угу. Может быть, ему жарко, холодно. Вы как считаете? Я согласен со всеми коллегами, и экологический фактор – это, наверное, главное. Я живу сейчас за городом, и за городом, допустим, в Азовском районе огромное количество предприятий развивается промышленных. Штамповка резины или штамповка колес, штамповка дисков,
запах невероятно сложный, и люди меня знают, кто живут со мной рядом, я периодически останавливаю людей и спрашиваю, вы вообще чувствуете этот запах, как он на вас влияет? Я буквально утром просыпаюсь, выхожу на улицу, я чувствую, как все это садится на горло, на мой аппарат речевой, и сразу начинаешь говорить по-другому. Если воспринимать это через призму педагогики, то буквально вот вчера я встречался со своим руководителем, он преподавал в пединституте педагогическую культуру, Евгений Юрьевич Захарченко, и он говорит, что здесь педагогический компонент. Есть три состояния человека – тоска, лень и скука. И, к сожалению, люди современные проходят через эти состояния, и тогда они обращаются к гаджетам, и уже никто не представляет ценности, к сожалению, живой книги. Ей можно делать все, что угодно, ей можно использовать в фотозоне, подпирать какой-то красивый цветок, горшок, я не знаю, положить просто на стол. Это будет красиво. Ну, есть еще люди, которые ценят книги, давайте все-таки не обобщать. Но большинство, наверное, действительно вот так и думают. Я бы говорил, что это все-таки зависит от состояния человека, в каком он состоянии находится. Именно родитель. Спасибо большое. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 200-25-19. Если у вас есть вопросы к нашим специалистам, звоните. Да, Татьяна Васильевна, вы что-то хотели добавить? Ну, вот я хочу вернуться к вопросу о сюсюканье, да? Да. И как бы вообще о речевой среде в целом. Дело в том, что одним из условий развития речи – это наличие правильной речевой среды с момента рождения, а может даже еще до рождения ребенка, с ребенком необходимо разговаривать. Вот. И на сегодняшний день опрос родителей показывает о том, что родители практически не разговаривают со своим ребенком. А если говорят, то только там в крайних случаях по определенной потребности. Не создается вот та речевая среда, когда с ребенком говорят. И в результате как бы отсутствие этой речевой среды, да, одно из условий развития речи, правильной, грамотной, красивой и вообще наличие просто речи, да, создает предпосылки для успешного формирования речевой деятельности у ребенка. Ну вот скажите, мне кажется, что чаще все-таки вот сюсюканьем, да, грешат наши бабушки, наши дорогие, любимые бабушки, которые хотят нам помочь, и таким образом... Ну вот я тоже не раз наблюдала за этой картиной. Но наличие речевой среды, это прежде всего нужно говорить с ребенком медленно, слегка даже нараспев, обязательно делать паузы между словами, потому что с учетом русского языка, в русском языке рядом стоящие звуки, но произнесенные с различной паузой резко меняют смысл. Да. Юрий что-то очень хочет добавить. Да, пример педагогов раннего развития. Как ни странно, когда ты работаешь, допустим, в детском центре, или ты приезжаешь благотворительно работать в приют или детский дом, и рядом где-то в кабинете проходят занятия по раннему развитию. Я слышу, как сюсюкаются с детьми. Они это используют, как мне кажется, только ради одной функции, дабы успокоить детей. Чтобы не возникало этой паузы, все мягко, плавно вы говорите. Я с этим согласен, и они стараются это говорить, но все равно, Сереженька, посмотри-ка на картиночку. А Сереженьке уже там 5 или 6 лет. И с ним уже нужно говорить совершенно по-другому. И это выбивает из работы. Даже если не брать это как круг внимания, что ты это слышишь, что ты в этом находишься, просто окунаешься туда и понимаешь, что это тебя выбивает, диссонирует, так сказать. То есть вы считаете, что с ребенком нужно общаться на равных? Нет, не на равных, а не сюсюкаться. Это как бы псевдожизнь. В театре есть такое понятие псевдожизнь. Спасибо большое. Да, Татьяна. Опять-таки, что понимать под сюсюканьем, да, когда если человек подстраивается под речь ребенка, его неправильное звукопроизношение, тем самым лишает возможности ребенка слышать правильный звук. Да. Сначала формируется акустический образ звука, он формируется в голове. Вот. И потом уже ребенок начинает под этот акустический образ, под
подстраивать органы артикуляции, то бишь подстраивать произношение. Если ребенок недостаточно слышит правильный акустический образ, параллельно с правильным слышит неправильный, знаете, вот здесь начинает формироваться и своевременно не может сформироваться правильная нейрофизиологическая команда, когда идет. Следующий момент – это сюсюканье может быть интонационное. Да, вот нежно, ласково, голосом, пропевание, протяжно говорить, но при этом не использовать уменьшительно-ласкательную лексику. Опять-таки это касается русского языка. И слова не коверкать, желательно, да? Да, не коверкать слова, не использовать. Опять-таки я говорю, что это касается русского, именно русского языка и законов развития русской речи. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Екатерина, добавляйте? Подтверждение слов Татьяны Васильевны про артикуляцию очень хочется сказать. Вы спросили, часто ли встречаются сегодня дефекты речи, да? В управлении персоналом, в подборе, дефекты речи встречаются не более чем в 10% случаев. Однако процентов 60 – это люди, которые недостаточно артикулируют, недостаточно говорят, открывают рот, выговаривают слова. Люди разговаривают практически с, ну, губами сомкнутыми. Ленятся, не стараются. Нет, это опять же последствия того, о чем сказала сейчас Татьяна Васильевна, о том, что нужно разговаривать со своим ребенком, проговаривая слова. Когда мы же учим его, скажи «папа», скажи «мама», да? И, соответственно, мамина правильная артикуляция произношения будет стимулировать и ребенка правильно произносить, правильно артикулировать. Стараться. Стараться. Отсюда же очень много вопросов. Я вам скажу, что из этих 60% со слабой артикуляцией, процентов 50 людей пишут безграмотно. То есть они мало-то, они не слышат, что они конкретно говорят, они, не проговаривая слова, не фиксируют его морфологическую составляющую, и, соответственно, допускают ошибки. Формируется так называемая безграмотность, запущенность. Давайте скажем нашим слушателям, что не все так плохо, что есть очень много упражнений для артикуляции, и обязательно, вот Екатерина, надеюсь, присоединится ко мне, перед тем, как идти на собеседование, нужно сделать эти упражнения. Да? И я тогда прорекламирую себя, что в 99-м году был первый выпуск логопедической гимнастики, где все упражнения для ребенка, да, и для взрослого человека прописаны для того, чтобы была хорошая артикуляция. Отлично. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире 200-25-19. Вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы нашим гостям. И очень хочу познакомиться с Владимиром. Владимир, я знаю, что вы актер, и до определенного момента вы вообще не знали, что у вас есть какие-то проблемы. Все было очень хорошо. Когда вы поняли, когда вам, вернее, сказали, что это у вас есть проблемы? Это я к вопросу о самооценке, что плохая речь мешает, понижает самооценку. Я хочу сказать наоборот. Самооценка мешает речи. Вот жил себе, жил, и не знал, что мне, что я «р» не выговариваю. Ну, что-то в детском садике, что-то когда-то там, ой, не выговаривает, пришел логопед, сказал, ну, надо уздечку подрезать. Я как услышал, что мне что-то там подрезать будут. Я говорю, мама, я лучше буду всю жизнь так разговаривать, не надо мне ничего резать. Мама понимающая, сказала, ладно, ладно, ну мало ли, может и заговорит когда-нибудь. Ну, вроде актером меня не воспитывали, ничем я на радио работать не собирался, зачем мне это? Ну, никто мне ничего не говорит, что плохо что-то где-то разговариваю. Ну, когда-то, может, что-то сказали там во втором классе, а чего ты «р» не выговариваешь? Да не знаю. А, ну и ладно, ну и все. А потом на актерское поступил, и началось. У вас с «Р» проблемы, вы «Р» не выговариваете, а еще когда начинают кричать, ой, ты не работаешь, ты то не делаешь, вот от этого еще больше зажимаешься, еще больше ты, да что же вы, да. А потом, когда уже вроде выпустились, вроде как уже вышли на сцену, вот там почему-то ты взял и заговорил. Потому что рот открывается, или я не знаю почему, или просто на сцене ты не волнуешься, просто на сцене ты не ты. И все звуки как-то сами проговариваются, речевик подходит, говорит, вот молодец, вычистил, ты нифига не чистил. Оно то само. Есть у вас на сцене оно все само. Хорошо. Сам, ну как? Группа «Р» проговаривает. Вроде как да, я, конечно, себя не слышу, но вроде все говорят, все, я подхожу, ну что, чего, как, что. Да не, вроде понятно. Вроде настоящий актер Владимир. По поводу самооценки хочу с Екатериной поспорить.
Потому что не у всех самооценка падает из-за дефектов речи. Например, если вспомнить многих наших звезд, та же Татьяна Буланова, все мы ее прекрасно знаем, замечательная певица. Ну, Татьяна Васильевна не даст соврать, что у нее не один дефект речи. И надо сказать, что за эти годы она ничего не предпринимает. То есть это наоборот ее изюминка, правильно? Да, я знаю людей, которые имеют очень сложные дефекты речи, в частности, там, в отношении буквы «Р», не выговаривают, и при этом не испытывают совершенно никаких затруднений. С их самооценкой это никак не связано, как Владимир сказал о том, что даже не задумывался о том, что у него может быть какой-то с этим вопрос. Я скажу о другом. Когда человек знает, что у него дефект речи, стесняется его, то при определенных обстоятельствах он испытывает снижение самооценки и не может презентовать себя определенным образом. Ситуация же дома, когда он расслаблен, он совершенно не замечает этого эффекта. При трудоустройстве, при приеме на работу важно произвести впечатление. Но присутствует волнение, что конечно, усугубляет ситуацию, правильно? Да, безусловно. А вот откуда он знает, что у него какие-то проблемы? Потому что к нему подходит и каждый день говорят: «О, а что ты ушастый такой?» «Не знаю, я ушастый». Второй подходит: «Я ушастый какой?» «Да что я не ушастый?» «Да ты ушастый». И он потом ходит, и всю жизнь, если ему говорят, что он ушастый, он начинает комплексовать. Если ему никто ничего не говорит, он и нормально себя чувствует. Поэтому откуда я могу? Можно же сказать: «Да, я такой, индивидуальный, да». Ну, вот один раз ты скажешь, а если на тебя все начинают гнать, то ты такой: «Ой-ой, может, ты внешне, конечно, и отражаешь». Я говорю: «Как мы знаем о своих проблемах извне, когда нам о них говорят? Если не говорят, то мы думаем, что все прекрасно». Спасибо большое. Напомню, что работаем мы в прямом эфире, 200-25-19. Вы можете звонить в нашу студию. У нас есть телефонный звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Маргарита. У меня дочь 5 лет, ходим в садик. Мы не выговариваем букву «Р». Нам сказали: до 5 лет это ничего страшного. А я переживаю, что как бы можно начать уроки с логопеда. Спасибо, мы поняли ваш вопрос, Татьяна Васильевна. Вы как опытный логопед. Маргарита, дело в том, что все индивидуально, есть, существуют определенные сроки становления звуковой стороны речи, и звуки «л» и «р» в русском языке артикуляционно самое сложное. Опять-таки нужно посмотреть, если ваш ребенок не произносит звук, то совсем его нет, это нулевой вариант, то тогда можно немножко подождать. Но если уже есть уже искажение, неправильное произношение, то, что не соответствует нормативу, нормированному произношению, да, тогда следует уже этим заниматься. И вообще, чем раньше вы обращаетесь к специалисту, тем лучше. В каком плане? Что есть моменты такие, которые можно спрофилактировать, предупредить, да, и не ждать того времени, когда у ребенка возникнет это неправильное произношение. Поэтому на сегодняшний день у вас, у ребенка нет звука, нужно посмотреть, есть ли предпосылки к тому, что этот звук появится, и каким он появится. Появится он правильным, соответствующим нормативному произношению, или же это будет какое-то искажение. На сегодняшний день, чем раньше вы обращаетесь к ребенку, тем лучше. В одном случае вы будете готовиться для того, чтобы ваш этот звук появился, появился красивый и правильный, и чтобы потом не пришлось длительно, кропотливо исправлять произношение. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Я думаю, мы ответили на вопрос Маргариты. А вот всегда ли может помочь логопед? Мы спросим у Алевтины Геннадьевны. После звонка у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Олег, у меня вопрос к специалистам, который находится в студии. Вот скажите, пожалуйста, не является ли трудности произношения, допустим, некоторых звуков, вот в частности буквы «Р», каким-то национальным признаком, но присущим какой-то определенной национальности? Вот приведу пример, в частности, у евреев ашкенази, проживающих в европейской части, которые говорили на идиш, были проблемы с буквой «Р», и многие военачальники, ну, скажем, гитлеровские, потому что Гитлер подозревал, что это определяющий признак у евреев, брали уроки у логопеда, чтобы не быть заподозренными в еврействе. И вот в России на сегодняшний день некоторые насмешку там или шутку говорят тем людям, которые не выговаривают букву «Р», говорят: «Ну, случайно не еврей?»
И некоторые, допустим, заставки японца произнести суши. Если буквы «ш» нет в японском языке. В лучшем случае это называется «суси». Вот у нас один есть депутат известный, да, ростовский, который 8 букв алфавита не выговаривает. Хорошо, что не борется за чистоту русского языка. Он там «л», «р» не выговаривает, а уже 27 год в Думе сидит. Или один крупный военачальник, тувинец по национальности, с буквой «р» проблемы. Может быть, пора вести какой-то экзамен и заниматься с логопедами. Вот этим людям, я думаю, слово «логопед» вообще неизвестно, хотя они там законы принимают. Спасибо. Спасибо, Олег. Постараемся. Да, да. Кто ответит? Да, Юрий хочет. Ну, я могу сказать относительно работы, допустим, над ролью или над текстом. В прошлом сезоне со студентами, с которыми я работаю, сразу скажу, это студенты не профессионалы. Мы сейчас отвечаем на вопрос, да, Олега, да? Угу. Мы готовили спектакль по еврейскому материалу «Исаак Бабель. Одесские рассказы». Мы взяли 4 рассказа. И в качестве экспертов, мы объединили это все в один спектакль с 2 отделениями, мы пригласили представителей благотворительного фонда «Семейный центр». Это наши уважаемые евреи. И они предъявили к нам ряд претензий, как любит говорить Константин Аркадьевич Райкин, именно претензий, в том, что мы изменили букву «Р», в том, что мы изменили позицию гласной, и не всегда она такая открытая такая. Поэтому я не считаю, что это национальный признак. В то же время еще один пример приведу. Сейчас работаем над советским материалом, это эстонская пьеса «Ужин на пятерых» называется. И там очень ярко открыта буква «э», звук «э» гласный. И тоже у нас, слава богу, есть в Ростове представители этой страны. Мы обязательно их пригласим. Поэтому я не считаю, что это национальный признак. И не только у евреев особенности звучания звука «р». Поэтому... Спасибо, Юрий, за ваше мнение. Кто еще хочет? Татьяна Васильевна? Каждый язык характеризуется своим произношением. То есть каждый в языке свои особенности произносительные. И если есть отклонение, да, от нормативного произношения, а вот это уже будет то, что мы говорим, нарушением, отклонением, патологией. Да? То есть если говорить о еврейском языке, то звук «р» в еврейском языке – это нормативное произношение языковое. Да? Тоже горловой звук «р», французский вариант – это нормативное произношение для французского языка. Но это будет уже отклонением от языковой нормы в русском языке или в другом языке. То есть каждый язык имеет свои особенности произносительные. И то, что в одном языке считается нормой для другого языка, это будет патология, это будет отклонение именно в произносительной стороне речи. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Я думаю, что мы ответили на вопрос Олега. Буквально через несколько секунд мы прервемся на небольшую, уйдем на рекламу. Я напомню, что в нашей студии сегодня заведующая неврологическим отделением детской городской больницы номер 2 Алевтина Геннадьевна Черных, логопед Татьяна Васильевна Будённая, HR-эксперт, независимый консультант по вопросам управления персоналом, бизнес-тренер Екатерина Соловян, театральный педагог, автор проекта «Детская деревня» Юрий Марахонько и актер молодежного театра и театра 18+, Владимир Ануфриев. Говорим мы сегодня о непослушных звуках. Все-таки дефекты речи они или индивидуальность. И мы продолжим обязательно беседовать на эту тему в прямом эфире 200-25-19. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, звоните в нашу студию, задавайте нашим специалистам. Буквально через 3 минутки мы прерываемся. Реклама. С 18 по 22 февраля. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления. Мастер-классы, круглые столы и, главное, поединки за звание сильнейших. Среди студентов-поваров, парикмахеров, рестораторов и геодезистов. Болеем за наших! Церемония награждения и закрытие конкурсной площадки 22 февраля в 14:00. Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. Телефон 22-44-44. Код города 86-35. Категория 12+. Телефон рекламной службы FM на Дону 263-2001. Новости шоу-бизнеса.
Самые интересные новости из мира российского шоу-бизнеса расскажем в четверг, пятницу и воскресенье. Разговорчики. Краткие беседы обо всем самом актуальном в программе «Разговорчики» слушайте по будням в 16.50 на FM на Дону. Полезный навык. Брендинг личности от разработки до внедрения. Ваш персональный путь к своей эксклюзивности и аутентичности. Это программа о том, как позволить себе быть собой настоящим и зарабатывать любимым делом. Слушайте программу «Полезный навык» по вторникам, четвергам и воскресеньям на радиостанции FM на Дону. Животные Ростовской области. Об обитателях донских лесов и степей, о самых редких видах животных и их повадках слушайте в программе «Животные Ростовской области» по понедельникам и субботам на FM на Дону. А снежинки в небе кружатся, кружатся, кружатся. FM на Дону. Накрывая белым улицы. Улицы, улицы, улицы. Заметай снегом без конца. Самому пока не верится. То замерзли, то опять вода. И если не попадай. С неба снежинки мне на ботинки падали и текли по мосту. На Дону. Звали следом за тобой. FM на Дону. Мы вновь в студии. Тема нашей сегодняшней программы – непослушные звуки, дефекты речи или индивидуальность. С вами по-прежнему Марина Орлова. Я напомню, что в гостях у нас сегодня заведующая неврологическим отделением детской городской больницы номер 2, кандидат медицинских наук Алевтина Геннадьевна Черных, логопед детской городской поликлиники номер 17 – а также Центра психологии и развития подсолнух Татьяна Васильевна Будюная, HR-эксперт, независимый консультант по вопросам управления персоналом, бизнес-тренер Екатерина Соловян, театральный педагог, автор проекта «Детская деревня» Юрий Марахонько и актер молодежного театра и театра 18+, Владимир Ануфриев. И мы по-прежнему работаем в прямом эфире 200 ровно 2519. Если у вас есть вопросы к нашим специалистам, звоните, мы обязательно ответим на ваши вопросы. Алевтина Геннадьевна, вопрос такой. Всегда ли может помочь логопед ребенку, или иногда нужно применять медикаментозное лечение задержки речевого развития? Это очень индивидуальный вопрос. То есть бывает минимальное нарушение функции речевого аппарата, задержки, темповые задержки речевого развития. Это, наверное, самые любимые пациенты логопедов, потому что они отлично идут на логопедических занятиях, и, в принципе, неврологи здесь не нужны. Но бывают случаи, когда должны подключаться неврологи со своей терапией, и, есть в зависимости от клинической классификации. Сразу можно перебью, по теме вопрос. Как понять вот эту тонкую грань, что нужен именно врач-невролог? Иногда бывает, что логопеды направляют к неврологу, и они видят по даже первой встрече с пациентом необходимость неврологической коррекции. В принципе, очень позитивным моментом, я считаю, когда родители приходят на прием вначале к неврологу и говорят, что наш ребенок не говорит, и мы обращаем внимание на определенные задержки в речевом развитии, что нам делать, и они еще не дошли до логопеда в этот момент. И, конечно, невролог должен обратить внимание на специфику неврологической симптоматики. Но это очень сложный момент, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но сразу скажу, что есть органические дефекты, а есть функциональные дефекты речи. И в зависимости от того, что превалирует, строится и выбор медикаментозной тактики. Это не только медикаментозная коррекция напрямую препаратами, это и физиотерапия, это и массажи, это и иглорефлексотерапия, это
Конечно, в комплексе занятия с логопедом, иногда дефектологом, иногда просто логопедом. То есть, ну, это такая достаточно массивная, многогранная работа многих специалистов, и педагоги, и психологи. То есть, в идеале, если у ребенка есть проблемы с речью, мы идем к неврологу. И дальше, к опытному неврологу, и дальше невролог уже направляет нас либо к логопеду, говорит, что логопед нам поможет, либо назначает уже лечение. Можно наоборот, можно прийти к логопеду. Главное, чтобы куда-то этот ребенок дошел. Все-таки понятно. А скажите, пожалуйста, родители адекватно воспринимают, вот если слышат, что, вы знаете, вашему ребенку нужно пропить вот такие-то препараты? Как родители, нормально к этому относятся? Если обосновать их необходимость назначения, то, в принципе, ну, зачастую родители абсолютно адекватно относятся к назначению медикаментозной коррекции. Ну, это я говорю о тех родителях, с которыми я встречаюсь, да? Вот, и проблем в этом не возникает. Адекватно реагируют. Все хорошо. 200-25-19, номер прямого эфира. Давайте примем звонок и продолжим беседовать на эту тему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, зовут меня Татьяна, я из города Сальска. Я просто хочу рассказать уникальный случай. Вот из нашей с мужем жизни. У него муж, у него отец был. И он погиб 53 года, но он не говорил букву «Р» вообще. Но у него был дефект и очень сильный. Но вот что самое было поразительное, что вот он умер, и никто из его семьи, где они жили, так и не узнали, что он ее не говорил. Он так искусно обходил в своей речи вот эту букву, что не попадались слова, где бы была буква «Р». Я считаю, что это уникальный случай. Это действительно уникальный случай. Татьяна, спасибо большое за ваш звонок. И я могу сказать, что я тоже встречалась с такими ситуациями, с такими людьми. Да, спасибо, Татьяна. 200-25-19, телефон прямого эфира. Татьяна Васильевна, что-то хотели вы добавить? Я хочу сказать о том, кто невролог, логопед. Это зависит от того, какая речевая патология, да, органика она или это функционального характера. Одним, опять-таки, из условий развития речи это является прежде всего сохранность центральной нервной системы. И второе условие – это условия, достаточные для созревания центральной нервной системы. Ребенок рождается, и его мозг формируется, и чтобы он полноценно формировался, необходимо, чтобы он зрел. Вот в этой ситуации идет комплексная работа, содружество специалистов, невролога и логопеда, потому что невролог может дать питание мозгу, и начнет развиваться речевая функция. Но если это ранний, совсем очень ранний возраст, может ребенку не потребоваться помощь логопеда. Но если это уже ребенок определенного возраста, допустим, после 3 лет, то неврологическая коррекция в этой ситуации, она дает только фундамент, да, а уже развивать и формировать речевую деятельность – это работа логопеда. Поэтому без невролог без логопеда, логопед без невролога. А в современной ситуации, да, проблему с развитием речи полноценно решить не могут, потому что функциональные нарушения, они сейчас встречаются крайне редко. В основном это органика, это те речевые патологии, которые органического характера. А для того, чтобы органического характера, надо убирать причину. Причину убирает логопед, а стен... Стены строит логопед. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. 200-25-19, номер прямого эфира. Екатерина, вы непосредственно занимаетесь собеседованиями, отбором персонала. Сейчас в наше время, не секрет, люди очень амбициозны. Скажите, пожалуйста, если вы сталкиваетесь с таким человеком, вот приходит к вам человек, вы видите, что резюме у него очень хорошее, 5 высших образований, все прекрасно, но вы слышите, что какие-то дефекты речи у него присутствуют. Что делать? Может ли такой человек, например, спокойно двигаться по карьерной лестнице, быть директором, не знаю, генеральным директором? Не помешает ли это ему? Расскажите, пожалуйста. Все зависит, в первую очередь, от того, на какую должность, на какую позицию претендует данный кандидат. Генеральный директор. Генеральный директор может. Может быть дефектом речи. Диспетчер
или менеджер колл-центра, или логист, или секретарь на ресепшн, в чью обязанность входит прием телефонных звонков, или диктор на радио. Если есть дефект речи, то он должен быть понятным. Надо сказать, что все люди, в обязанности которых входит взаимодействие с клиентами, с другими людьми по телефону, юристы, банковские работники, все, кто так или иначе взаимодействует, ведь средства связи, они усугубляют дефекты речи. И порой даже человек с отсутствием дефекта речи, выговаривая одни и те же слова, да, там 12-13, достаточно сложно воспринимается в общении. Сложно, да. А еще плюс искажение за счет средств связи. А если еще есть дефект речи, который еще усугубляется этими средствами связи, то здесь, конечно же, в таком случае мы вынуждены отказать человеку в приеме на работу. Случай буквально на прошлой неделе. Пришел на собеседование человек на позицию логиста. Практически не говорил по телефону, отвечал односложно, да, нет, при приглашении на собеседование. Замечательное резюме, огромный послужной список. Приходит заикающийся абсолютно человек, который в силу волнения, я понимаю, что в ситуации расслабленности он может, это может быть не так заметно, но в ситуации волнения он практически не может выговорить слов. А его задача – связываться с водителями, с транспортными компаниями, с поставщиками. Почему он идет на эту должность? Он этого не понимает? Вот интересно очень. Понимает, и как он объясняет, он работает над этим. Надо сказать, что не все взрослые люди, мне хотелось бы, кстати, спросить у экспертов, взрослые люди как часто обращаются, вот те, которые там в возрасте 25-30 лет поняли, что есть дефект речи, который им мешает. А мы об этом отдельно поговорим, это будет наш отдельный вопрос. Отлично. Хорошо, Екатерина, не возражаете? У нас есть телефонный звонок, давайте примем и продолжим нашу беседу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Любовь Степановна, станица Романовская, это наша Ростовская область. Я бы хотела такой вопросик задать. У моего внуку 15 лет, и он иногда говорит букву «Р», а иногда не говорит. Это что, можно надеяться, что он выговорится или нет? Спасибо большое, Любовь Степановна, за ваш вопрос. Вот Владимир у нас в такой же ситуации. Владимир, что хотите сказать? Я хочу сказать, что, возможно, те люди, которые что-то либо не проговаривают, или наоборот, очень быстро говорят, что ничего не понятно, подожди, что ты говоришь, успокойся, нормально. Может, они просто нервничают, может, они стеснительные, зажатые, что-то, может быть, в психологии у них не так. Почему дети, мало ли, может, ребенок стеснительный, поэтому не выговаривает. А если он иногда выговаривает, иногда нет, то может быть проблема в том, что сейчас он спокоен, расслаблен и все хорошо. Вот я сейчас не спокоен, я волнуюсь, я первый раз на радио, люди. Я очень волнуюсь, я стараюсь преодолеть волнение, чтобы нормально разговаривать. Ну, наверное, вы слышите, что где-то я что-то проговорил, где-то не проговорил. Даже я слышу, мне страшно, люди. Вот когда нормально дома сижу, или, опять же, я же говорю, на сцене не я. Там кто-то другой бегает, что-то говорит, и у него все прекрасно. Смотрите, на сцене вы в образе. Да? Угу. В образе. Так может быть и в жизни представлять, что вы сейчас в каком-то образе? Может быть. Не пробовали? Угу. Может быть, поможет вам? Пробовал. Помогает. Помогает. Ну, вот, иногда ты же вываливаешься из него, иногда ты же как бы, ой, да, а, ой, я же, так, я в образе, я же так, Такой вопрос еще раз, да, конечно. Спасибо, Владимир. Татьяна Васильевна, как специалист, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Мальчик говорит, да, в определенных ситуациях говорит, в других ситуациях не говорит. А в каких, ну, скорее всего, что какие-то определенные позиции звука в слове, да, возможно, в начале слова он говорит, там, где какие-то определенные звуки перед звуком расстоят, невозможно с переключения, звук Р не произносится. Это говорит о том, что если это сейчас есть, то самостоятельно это уже не пройдет. То есть в возрасте 15 лет, если над этим не работать, то самостоятельно это не пройдет, это останется на всю жизнь. Поэтому, но здесь ситуация очень хорошая, потому что для 15-летнего возраста коррекция звукопроизношения – это достаточно уже проблемная ситуация. Но здесь очень хорошая ситуация, потому что звук есть, но он недостаточно автоматизирован. И если над этим поработать, то надо поработать. Надо поработать. Надо поработать. И я считаю, что работать нужно постоянно над собой, следить за своей речью. У меня есть один знакомый, он работает на радио, он говорит так. Если мне звонят утром,
и я еще не проснулся, не сделал артикуляционную гимнастику, не сделал упражнения по Стрельниковой, и я трубку брать не буду. Вот когда я проснусь, разговорюсь, тогда я возьму трубку. Вот так. Юрий, хочу к вам обратиться. Скажите, пожалуйста, вы театральный педагог, работаете с детьми. Если, например, вам приводят ребенка, вы видите, что у него есть определенные способности, но есть определенные и дефекты речи. Возьмете ли такого ребенка или не будете вот пресекать это желание заниматься актерским мастерством? Или скажете, вот иди сначала к Татьяне Васильевне, Р свою исправь, а потом уже ко мне приходи. Обязательно возьму, потому что дети современные, как бы это странно ни звучало, это дефицит. Огромное количество, и мы вспоминаем поэзию, драм-кружок, кружок по фото, еще мне петь охота, дети распыляются, и до подросткового возраста они не знают, куда идти точно, и что для них станет, возможно, выбором в профессии. Хочу привести два примера. Один из современной жизни – это дети с особенностями развития. Зачастую дети с синдромом Дауна могут долго очень не говорить, как бы с ними ни работали. Я удивляюсь, к примеру, Эвелины Блёденс, ее сына Сёма, и сайт, и та работа в сети, и та работа на телевидении, то, что они создали, и показывает буквально по пальцам там массаж воротниковой зоны, как это делать, чтобы открылся ты на звук. Как достичь автоматизации звука, как используется при этом живопись, изобразительное искусство. Просто бегать на улице, лепить снежки и бросать, как мы это делали там на занятиях по речи, с шариком или с мячиком. Поэтому детей нужно брать. Зачастую этот ребенок, допустим, ребенок с аутизмом или с аутичностью, это все-таки разные вещи, он где-то там сидит в уголочке, что-то ковыряет. У него начинает рождаться звук, он играет, допустим, игрушкой или кубиком. Ты даешь ему дорогу в ситуацию успеха, где-то подбодрил его, сказал, да, получается, иди к нам скорей. Он присоединяется к работе с обычными, не люблю это слово, но скажу, обычными здоровыми детьми. Здесь происходит интеграция, и он начинает воспринимать себя как диктофон. У меня есть ученик Кирилл с синдромом Дауна, который постоянно говорит, где Вера? Где Вера? Вера — это его одноклассница, ему комфортно с ней, он постоянно ее ищет. И у него звук «Р» тоже западает, а «Е», она, знаете, настолько открытая, она как перышко, она то «И», то «Э», то «Е». И чем чаще я отвечаю ему на вопрос, где Вера, там Вера ушла домой, или Вера сейчас на другом занятии, или Вера находится в соседней комнате, он более четко произносит, и более точно понимает, что сейчас нужно делать. То есть это своего рода такой терапевтический эффект. И пример из истории относительно заиканий – это любимая, наверное, миллионами народная артистка Фаина Георгиевна Раневская. Она заикалась с детства, она много об этом говорила, и мода, она родилась все-таки в конце 19 века, мода на обмороки, на глобальное пение, чтение стихов до упаду. Она боролась и старалась пропевать звук. Вот я знаком с одним из артистов, который был тогда очень молодой, они дружили, Вадим Лобанов, он профессор кафедры актерского мастерства в Петербурге. И он говорит, что даже если у нее была какая-то шоковая ситуация, она один раз там заблудилась где-то, она старалась пропевать, подавать звук, чтобы ее услышали, и никто ни в коем случае не обратил внимания на то, что она заикается. Поэтому обязательно возьму и работаем с такими детьми, и направление лечебной педагогики, допустим, эвритмия, когда мы соединяем танец и звук, или когда мы соединяем живопись и звук, это помогает. И у этого есть уже документальные результаты и реальные дети в практике, которые побеждают себя в этом. Что у вас за проект, буквально в двух словах нам расскажите, очень интересно. Проект мы делаем за городом, называется «Детская деревня». Проект интегративный, где обычные дети и дети с особенностями развития будут заниматься по ряду направлений. То есть инклюзия такая, да? Да, инклюзия. Он делается за городом специально, потому что там еще чуть-чуть есть свежего воздуха, там есть зелень, там есть участок земли. И, к сожалению, дети не знают, откуда берется курица, яйцо, цыпленок, они не понимают. Яйца купили в магазине. Там в магазине каком-нибудь 33 курицы или там в магните, я не знаю где. Дети не знают, что такое подделка.
они воспринимают это как что-то купленное. Я сделал подделку, это можно продать? Вот очень часто я это слышу. А как ты можешь это оценить? Именно ручной труд, ручное творчество. И, конечно же, как это ни странно, вернуться в традицию 19-го, начала 20 века, заниматься актерским мастерством за городом. Это уникальное явление, я считаю. Это действительно уникальный проект. Спасибо большое, Юрий. Давайте обязательно ответим на такой вопрос, который Екатерина подняла. А взрослому человеку возможно ли исправить дефекты речи? Татьяна Васильевна. У меня есть богатый опыт, да, исправить. Опять-таки, это все связано с физиологическими особенностями развития нашего организма, и в частности, центральной нервной системы. То есть очень благоприятные периоды развития, так называемые сензитивные периоды, когда можно максимально минимизировать имеющиеся отклонения, в том числе и в речевом развитии. И вот мы сейчас говорим дефекты речи, нарушение речи, но по сути мы говорим только об одном дефекте речи, да, о нарушении произносительной стороны речи. А вот, и если уж то, что касается нарушения произносительной стороны речи, но это в основном благоприятный такой период до 7-летнего возраста, потом есть еще один период с 12, где-то до 15 лет, а уже человеку взрослому, понимаете, это индивидуально, но гарантировать то, что мы исправим его произношение, практически невозможно. Это все зависит от центральной нервной системы и от того, как человек будет над собой работать и насколько он мотивирован. Потому что в моей практике был такой случай, когда ко мне пришла девушка 23 лет и говорит, цель прихода, да, запрос у вас какой, я не умею говорить звук «р». Я говорю, как да. Вы не умеете, вы же говорите его. Она говорит, да, вот так я могу сказать «р», а вот слово «либо» я сказать не могу. То есть, понимаете, получилось, что сам звук «р», технический звук, да, вот как артикуляция у девушки есть, но способность употреблять этот звук уже вместе с другими звуками в речи. Сколько лет было, когда она к вам пришла? 23. 23. 23 года. Вы ей помогли, да? Вот, выяснилось, да, что она когда-то в детстве занималась логопедом, звук ей был поставлен, но в речь он был не введен. И не была выработана нейрофизиологическая команда, потому что все произношение управляется из мозга. А вот эта команда, и он не автоматизировался в речи. Так вот, этой девушке нам удалось помочь ей, да, у нее были предпосылки, но были другие случаи, когда вот к выбору о профессии, да, и карьерного роста в моей практике был авиационный диспетчер. Произношение звука «р» сгубило ему карьерный рост, потому что он на определенном этапе там работал, да, а когда есть название «речевой диспетчер», да, на вот эту ступень «речевой диспетчер» он не смог подняться, ему было 32 года, мы занимались с ним полтора года, но, увы, безуспешно. Ну, смотрите, безуспешно, но, может быть, все-таки в определенный момент нужно принять эту ситуацию. Вот неужели вы не встречали людей, которым, например, ну, та же легкая картавость не придает некий шарм, да, индивидуальность? Екатерина. Конечно, встречали. Есть такие люди, которых слышишь по телефону, их вот этот вот легкий шарм, да, и не улыбаешься, да, потому что не перепутаешь, это придает индивидуальности. Я хотела добавить к словам Татьяны Васильевны о том, какой большой труд на самом деле не просто поставить звукопроизношение, а ввести его в... У меня был опыт коррекции произношения букв «С» и «С» со своим старшим сыном. И надо сказать, что где-то дней на 15-20 вся семья превратилась в контролёров, исправителей звука. Да. Мы играли, мы рассказывали стихи все вместе, мы его внимательно слышали и поправляли, потому что он, ну, потому что специалисты всегда просят нас, родителей, первые там 2-3 недели, месяц именно отслеживать, именно акцентировать внимание.
Понятно. Да, и поэтому са-су-су мы до сих пор все помним, раскраски. Все получилось. Прочее. Конечно, безусловно, получилось и быстро. И я очень благодарна и неврологу, и логопеду, которые приняли участие. Но надо не забывать, что для маленького человека, что для взрослого человека, это большой-большой труд, который нужно пройти для того, чтобы достичь успеха. Спасибо большое. Я вот готовилась к этому эфиру и обнаружила, ну, вернее, некоторые фамилии я уже знала, например, Яну Рудковскую, продюсера известного, все мы знаем. Вот тот самый, наверное, случай, когда некий шарм, да, придает ей. Сергей Шнуров, оказывается, у нас шепелявит, певица Мадонна. Картавит у нас Николай Фоменко, Иван Охлобыстин, все мы знаем, ну, Иван Охлобыстин, да, каких он высот добился, ему это не помешало. А вот удивило меня то, что я этого не знала, Гоша Куценко, который мы все прекрасно знаем его, он, оказывается, знаете, как на самом деле его зовут? Его зовут Юрий, но из-за проблем с буквой «Р» он даже себе имя изменил. Ну, вот такие случаи бывают. Владимир, скажите, у вас мысли не было в вашем возрасте к логопеду прийти на прием? В вашем смысле, прямо сейчас? Нет, ну, я понимаю, что Татьяна Васильевна рядом. Или вот все-таки это тот самый случай, когда это ваша индивидуальность, ваша изюминка? Я не знаю, это зритель, если ты нас слышишь и видел когда-нибудь и в спектакле с моим участием. Если ты что-то недопонял, пожалуйста, позвони и скажи, слушай, вот я вот слышал, вот ты там что-то сказал, я до сих пор не понимаю, что ты там сказал. Вот если такие найдутся, если неправда есть, то значит я буду заниматься. Если нет, то да все нормально, что, все слышат и хорошо. Что, о чем мне, а что? Все хорошо, да. Владимир. Я хочу сказать о том, что в каждый конкретный случай – это индивидуальный случай. Для кого-то это шарм, да, а для кого-то это большая проблема, которая помешает вообще, может сказаться вообще на всей будущей жизни. Опять-таки приведу примеры своей собственной практики, когда на прием к логопеду в поликлинике заходит мама, да, вся в слезах, рыдающая, абсолютно следом за ней заходит такой юноша, который пригибается, чтобы в дверь пройти. Вот, и мама, когда успокаивается, да, в чем же дело? Когда мама успокаивается и начинает рассказывать, что вот мой сын перестал говорить, он теперь не может говорить, он слова не выговорит. И когда мы начинаем разруливать ситуацию, понимать, что происходит, вот мальчик, ему 16 лет, он такой вот высокий, красивый, большой. Прямо сильно, одна минутка у нас до конца уже программы. Вот, да. Большой, красивый, и получается, что в 16 лет это когда нравятся девочки. Девочка понравилась, да, но девочка оказалась, ну, не совсем, будем говорить, воспитанной, этичной мальчикой, да, а у мальчика был звук «л», заменялся на звук «в», и слово «лодка» звучало как «водка». А вот девочка над ним посмеялась, и ребенок... Ну, смотрите, какой стимул. Но психотравма. Ребенок перестал говорить, вот то, что называется мутизм, да, когда в результате психотравмы он потерял речь. И это уже была не логопедическая проблема, это проблема психиатра. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я думаю, что мы бы с вами еще говорили, говорили и говорили. Я думаю, что у нас получился очень информативный эфир для тех родителей, у которых есть дефекты речи, у детей, у которых, вернее, есть дефекты речи, да, и для взрослых, я думаю, тоже. Наша беседа была довольно познавательной. Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были заведующие неврологическим отделением детско-городской больницы номер 2, кандидат медицинских наук Алевтина Геннадьевна Черных, логопед детско-городской поликлиники номер 17 Татьяна Васильевна Будённая, HR-эксперт, независимый консультант по вопросам управления персоналом, бизнес-тренер Екатерина Соловян, театральный педагог, автор проекта «Детская деревня» Юрий Марахонько и актер молодежного театра и театра 18+, Владимир Ануфриев. Спасибо вам большое. Это интервью вы можете еще раз услышать сегодня в 6 часов вечера или посмотреть в группе «Большой информационный час» ВКонтакте. Далее, буквально через несколько минут, мы услышим интервью с участниками московского бала шансона. Его проведу также я, Марина Орлова. Оставайтесь с нами.